Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. В феврале этого года уволилась с работы, на которой проработала почти 21 год. Ушла из директора, в котором, в принципе, были очень хорошие отношения. А вы знаете, за 21 год проработать на одном месте, да, это очень большой срок, достаточно. Вот. И я полагаю так, что сами вы, вот вы сами, я боюсь, что вы сами, ну, не очень представляете себя кем-то, я боюсь так, вот. Я боюсь, что вы не очень хорошо представляете себя в какой-то вот, ну, другой роли. Вот. Я боюсь, что вы как бы это сказать, привыкли работать на человека, да, привыкли работать на него, привыкли работать на директора, вот, и соответственно, сами вы не движете, то есть, как мне вот кажется, да, что самостоятельно вы, ну, не движется вперед. Вот. И у этого, я уверен, есть основание. Вот. Я уверен, что у этого есть основание. Я уверен, что у этого есть причины, по которым вы связали свою, ну, жизнь. С директором. Вот. Наверное. Есть. Есть причины. Вот. И, соответственно, с этими причинами нужно разобраться, потому что понятно, что меняться вам вот так вот быстро, да, меняться вам тяжело, объективно. Вот. Дальше. Значит, ушла из-за директора, с которым, значит, у меня были хорошие отношения, однако его характер с каждым годом становился тяжелее. А что конкретно вы имеете в виду под тяжестью характера? Ну вот, собственно, человек. Вот. Что конкретно вы имеете в виду, вот, говоря про, ну, про тяжесть характера? Вот. Это как-то, ну, вас задевало то, что человек делал, например,
по отношению к вам, допустим. Вас как-то это напрягало, как-то это было неприятно и так далее. То есть вот это вот мне кажется нужно поисследовать. Вот. Дальше. Следующий момент. Так, я не хотел уходить, тем более на мне висели огромные платежи по ипотеке, судя, который он мне дал. То есть у вас с директором были какие-то вот такие, вероятно, достаточно близкие отношения. Вы это имеете в виду, да? Вот. А потому что он вам давал суду, да, помогал вам как-то и так далее. Здесь, наверное, ну, здесь, наверное, уместно было бы посмотреть на то, как в целом развивались ваши отношения. Вот. Здесь, наверное, уместно было бы посмотреть, как в целом вы выстраивали свои отношения с, ну, человеком. Вот. Потому что вполне вероятно, что есть какие-то, ну, проблемы, что ли. Есть некие трудности ну, у вас, да. Он может быть может быть он вам как-то вот ну, пользовался, да? Ну, начинал пользоваться вами, да? Как-то давил на вас, может быть, требовал от вас чего-то. Ну, в больших количествах, да? Вот. То есть это все нужно, надо бы исследовать, конечно же, потому что пока что вот непонятно, на самом деле, что и как происходит, ну, между вами, что происходило между вами. Вот, понимаете, да? Дальше. Так, терпеть очень было невыносимо, сейчас заработаю дома на мужу. Ну, смотрите, опять же, здесь вот по моим ощущениям, да, по моим ощущениям, есть ваша ну, такая тенденция, что ли, работать с теми людьми, вот, которые ну, с вами близких, близких отношениях находят. Привет, да. Директор был, вот, с которым вы, ну, как-то вот, в отношениях находились, да?
достаточно близких. Потом муж теперь, вот, с которым, ну, вы тоже находитесь в близких отношениях. Вот. То есть это все, ну, определенно, на мой взгляд, это все влияет. Да, то, каким отношением вы тяготеете, грубо говоря. Это очень все такие достаточно важные моменты, на которые, я надеюсь, вы обратите свое внимание. Дальше, работа на мужа. Небольшая молодая фирма, работы немного, но и достатка финансового нет. Раньше получала приличную зарплату. Но опять же. Здесь есть такой условный нюанс, какого плана, да, здесь есть нюанс. Здесь есть нюанс такого плана, что за вас значит зарплата. Вот, ну, на самом деле. Какое значение для вас имеет зарплата? Вот. Как вы использовали, ну, значит, деньги, и что, ну, что вы испытывали или испытали, когда вот, собственно, перестали эти деньги, ну, получать, грубо говоря. Вот. То есть это все имеет под собой, ну, достаточно такие серьезные причины, да, и серьезные основания. Ну вот, значит, вопрос, что касается вопроса мотивации, опять же, здесь у вас. Так, однако с этого времени, много времени не могла бы себе позволить. Казалось бы, живу и радостно, но похоже с ним, что не могу смотреть вперед. Ну, вы знаете, я, честно говоря, не удивлен, что вы не можете смотреть вперед. Мне кажется, что вы достаточно давно уже не можете смотреть вперед, потому что работаете вы, условно говоря, не на себя, вот. А работаете вы, условно говоря, на других людей, вот, как вы, собственно говоря, сами и сказали. Поэтому и надо смотреть вперед вам достаточно трудно. Вот. Дальше. Так, я не вижу, что будет дальше, я не могу фантазировать на эту тему, что будет через год. Но, смотрите, здесь очень важный момент такой. Значит, какой здесь момент в том, чтобы не фантазировать, да? Вот, а момент в том, чтобы, наверное, все-таки как-то вот жить, ну, может быть, жить настоящим, да? Не фантазия. Вот.
возможно. Вы же живете в Бадине, и, соответственно, у вас, ну, есть вот трудности так, в таком плане. Вот. То есть тут встает вопрос о том, насколько вы можете жить, условно говоря, настоящим, да, именно вот здесь и сейчас. Вот, и можете ли вы жить вообще здесь и сейчас. Это очень такая важная история, да, достаточно. Дальше. Я всегда думаю, что было бы, если директор позвал меня назад. Ну, смотрите, видите, вы привязаны к человеку, вы привязаны к нему, а вы не можете положиться на себя. Ну, соответственно, возникает вопрос, да, почему вас, почему вы не можете положиться на себя, да? То есть, ну, вот, в чем здесь, ну, трудно. Ваш. Вот. Соответственно, решив этот вопрос, можно будет решить и вашу проблему, на мой взгляд. Дальше идем. Так, значит, кстати, он звал, причем должен был место, номинально хотел работать дома, и чтобы я представлял его. А почему вы, собственно, не согласились, если он вас, ну, как вы говорите, звал? Вот. Почему вы не согласились? Ну, было бы логично, вполне принять предложение человека. Вот. Ну, вернуться туда, где вы, собственно, хотели работать. Ну, как вот вы описываете, да? То есть тут не совсем понятно. Дальше, все мои мечты ограничиваются тем, что он зовет меня назад, складывает полномочия. Мам, я понимаю, что не хочу туда возвращаться, не вернуться вперед. Ну, если я вас правильно понял, да? Если я вас, правильно понимаю, то речь идет, возможно, о том, что вы устали работать на него, потому что он стал много требовать от вас. Вот. И вам, ну, хочется самой что-то делать. Хочется самой. Как-то вот, ну, пробовать себя, чтобы, если я правильно вас понял, конечно. А вот, соответственно, полагаться на себя, именно вот, полагаться на себя, на свои собственные, как бы, силы, это, ну, собственно, то, что вы можете сделать.
на данный момент. Другой вопрос. Другой вопрос. Почему вы себе не верите? Другой вопрос заключается в том, почему вы не верите в себя, да, не верите в свои силы. Вот. И, соответственно, обесцениваете отдельно себя от вашего, ну, либо бывшего, либо текущего начальника. Вот. Я чувствую либо неуверенность в себе, да, либо вот, может быть, какую-то такую беззащитность я ощущаю у вас, чувствую вот, я такую, ну, достаточно серьезную беззащитность, да, тревожность, ощущение, что вот лишили будущего. И, понимаете, тут как бы только вся в том, да, что вы очень много, очень долгое время работали на этом месте. Вы, ну, ну, вы привыкли. Вы привыкли. Вы привыкли работать. Ну вот. Там, где вы работаете. А привыкли работать. И соответственно, вам сложно, ну, переключиться на что-то, ну, на что-то другое. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам все-таки прислушаться, да, к себе, вот, и постараться определить, что вам нужно. Ну, конкретно, что вам нужно. Вот, чего бы вы хотели, ну вот, для себя, вот, чем бы вы хотели заниматься, что бы вы хотели делать, вот. И, соответственно, тогда уже можно будет о чем-то говорить. На данный момент, ну вот, на данный момент. Можно будет уже что-то сказать. Вот так, такой примерный ответ я надеюсь, вам помог. Я надеюсь, вам помог мой ответ. Хотя, безусловно, это вам мало, вот, достаточно. Но, тем не менее, ситуация, она такая. Отношения с директором требуют своего внимания. Вот.
сомнения. Как мне кажется. Вот. И, соответственно, если ваши отношения разобрать, вот, ну, как следует разобрать их, то вы сможете увидеть какие-то свои моменты, нюансы в поведении. Вот, и вы сможете увидеть какие-то вот, ну, свои, может быть, ошибки, может быть, что-то такое. Вот. Это то, что я могу вам сказать на данный момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.